Добрый вечер. Вы просили рассказать, какой профиль будет, мы какие рекомендации даем по профилю. Я сейчас возьму камеру и про комментарии пройдусь, покажу и скажу свое мнение по данному вопросу. Давай я сюда. Вот смотрите, что у нас. Вот хорошо видно профиль. Вот видите? Видите, это свежесобранный дом. А теперь я сейчас покажу дом, который простоял уже 5 лет. А вот дом, который простоял 5 лет. Вы знаете, каждая компания делает свой профиль. И каждая компания считает, что он лучший. Я вам могу сказать, что Honka делает свое, Conti делает свое. Да, много компаний делает свое. Я не могу комментировать. Потому что лучше враг хорошего. И у Conti есть плюсы, и у Honka есть плюсы. Но вот я делаю 12 лет такой профиль. И ни разу еще об этом не пожалел. Вот перед вами дом. Перед вами тот профиль. Хороший он или плохой, за это говорит время. Сколько он у нас надежно работает. Мы вам покажем, как он выглядит на других зданиях. Да вы это видели сами. Я не знаю, какие нужны профили. Я знаю, что мой меня устраивает. Менять его не собираюсь. Спасибо.